Добрый вечер, госпожа Элюль. Добрый вечер, рада вас видеть. Прошу вас, пожалуйста. Ты опять выглядишь прекрасно. Я смотрю, ты много потратилась для этого ужина. Да уж, пускай подавятся. Не знаю, смогу ли угодить вам, госпожа Элюль, однако... Надеюсь, вам понравится. Не могу поверить, они мне в Париже приглянулись. Ты супер. Можете присесть, пожалуйста? Если вы позволите. Мы опаздываем. Где Фарида? Она придет, еще есть время. Йылдыз прям туда подойдет. Йылдыз нехорошо, Осман. Что это значит? Госпожа Элюль только готовилась. Ей должно быть стыдно. У нее лечение. Она должна отдыхать. Вон столько человек идет. Достаточно. Фарида? С тобой все нормально? Да, нормально. Ты уверена? У тебя личико все бледное. Ну все, пойдем. Ты выглядишь нехорошо. Может, к доктору поедем? Не надо ехать к доктору. Я полежу, мне лучше станет. Все нормально со мной. Я остаюсь. Бредни! Ужин для вас, не для меня! Как минимум ты должен прийти. Да, Джунейд, ты иди, пожалуйста. Не надо обижать Эйлюль. Со мной все нормально. Хочешь, я останусь? Нет, матушка Зухра. Я поставлю себе суп, все нормально. Видимо, простудилась. Джунейд, пожалуйста. Ладно. Но я приду пораньше. Мехмед Кемаль тоже не придет. Они с Хандан подойдут прямо туда. Ну пойдемте. Фарида. Если что-то случится, пожалуйста, позвони. Хорошо, не волнуйся. Иду я, иду. Доченька, ты чего так упорно стучишься, не пойму? Матушка, мне такое нужно тебе рассказать, это очень важно. Скорее заходи внутрь. Надеюсь, хорошие новости. Как я надеюсь, что они все подохнут. Ты свои руки-то не пачкай, любимая. В любом случае, рано или поздно они сами друг друга убьют. Надеюсь, сирота не пришла, и нам будет легко разобраться. После того, как она выпила чай, она и голову от подушки не поднимет. Не волнуйся. Здравствуйте. Здравствуй. Добрый вечер. Добрый вечер. Столько работы было в офисе, как ты успел это сделать? Добрый вечер. А, Тунч здесь. Вы уж извините, мы немного опоздали. Ну что вы. Пользуйся на здоровье, дорогая. Ну что вы, правда, не стоило. Для меня главное, что вы пришли. Пользуйся на здоровье. Спасибо огромное. Проходите, садитесь. Если это не план этой девушки, то не называйте меня Кадер. Я видел ее в кафе туалет, разве могут быть такие совпадения? Наверняка она следила за нами, чтобы получше узнать сестру. Не думаю. Но мама... Кадер... Что было, то прошло, хорошо? А если это все ее план? А если Кемаль все еще любит мою сестру? Что тогда, мама? Дорогая моя... Она его будущая жена, он поцеловал ее. Хватит тебе. Твоей сестре плохо, она днями и ночами плачет, в ужасном состоянии она. Ты больше не будешь поднимать эту тему, хорошо? Ты поняла меня? Ладно, поняла. Госпожа Зухра, если я скажу, что она сегодня тебя произошла, ты ведь не обидишься? Конечно, не обижусь. Спасибо тебе за все, доченька. Прекрасная еда получилась. Кушайте на здоровье. Элюль успешный на работе и здесь, дома.
Идеальная женщина. Говоря об идеальных, позвоню-ка я Фариде. Дорогой? Моя хорошая, как ты? Мне уже лучше. Поставила воду кипятиться. Мне прийти? Нет-нет, я скоро лягу спать. Хорошо. Если что-то случится, пожалуйста, позвони. Хорошо, дорогой. Ну как она? Ей же лучше, скоро будет спать. Ой, бедняжка, ну это нормально или не перед свадьбой? А где ванная комната? Сразу напротив. Да, господин Тунч, ты взял деньги с сейфа? Да, господин, деньги у меня. Домой езжай. Фарида одна. Хорошо. Сестра, как дела? Нормально. Твоя смена закончилась? Что-то случилось, доченька? Почему ты так рано? Что это за тряпка у тебя на руке? Что с твоей рукой случилось? Сестра, ладно, успокойтесь. Ничего страшного. Ничего страшного. Немного порезал. Боже, убереги мою доченьку. А швы-то есть? Нет, доченька, ничего нет. Это всего лишь маленький порез. Боженька уберег тебя. Сколько раз я тебе говорил, сестра, не езжай ты на эту фабрику. Я больше не буду там работать. После этого случая меня уволили. Вот и прекрасно. А ведь могло быть куда хуже. Как так получилось-то? Да так, в один момент задумалась и... Дорогая, если с тобой что-то случится... Если с вами что-то случится, что я буду делать? Нам обязательно что-то брать, когда мы пойдем к госпоже Элюль? Дорогой, что случилось? О чем ты думаешь? Ни о чем. Почему ты не кушаешь? Не понравилось? Я кушаю. Я хочу, чтобы ты всегда был счастливым, любимый. Чтобы твое лицо всегда улыбалось. Я сделаю тебя счастливым. Не буду тебя разочаровывать. Сегодня и завтра, когда мы поженимся, ты всегда будешь веселым. Я тебя очень люблю. Джунейд пришел. Селим, что ты здесь делаешь? Фарида, я знаю, это поздно, но перед отъездом я хотел бы поблагодарить Козанов. Они очень помогли мне. Их сейчас нет дома. Ты завтра сможешь с ними попрощаться, когда поедешь в офис.
Я не хотел поехать в офис, но, видимо, придется. Кстати, передай привет маме Зухре. Передам. Спасибо за все. Желаю удачи. Спокойной ночи. Фарида, маршрутка долго будет ехать до дома. Я могу воспользоваться вашим туалетом? Да, конечно. Проходи. Превосходно. С такими навыками ты можешь открыть ресторан, Эйлюль. У меня идея появилась. Давай вместе займемся этим. Согласна, я в деле. Фарида будет вместе с тобой работать. Найдет тебе занятие. Ей многому надо у тебя поучиться. Ну что вы. Фарида очень особенная. Это мне нужно многому у нее поучиться. Не смущайся ты, Эйлюль. С вашего позволения. Я не прав, что ли, Тунч? Где Фарида, а где Эйлюль? С вашего позволения, я пойду сделаю кофе. Нет, прям хочется взять и уйти. Успокойся. Они же услышат. Я знаю, тебя это злит, но... Потерпи немного. Ради Фариды. Если бы не было Фариды... Я знаю, твой отец тоже примет Фариду. Но ему нужно время. Вот и все. Ну, я пойду. Что с тобой, Фарида? Живот болит. Давай сделаю чай с лимоном. Нет, нет. Все нормально. Ну что ты, дорогая, ты вся побледнела. Давай, садись сюда. Я все сделаю за пару минут. В свое время ты так за мной присматривала. Жди здесь. А вот и кофе. Спасибо большое, дорогая. Пейте на здоровье. Ты Фариде звонишь? Джунейд. Видимо, она уже заснула. Ну, я ж тебе говорила, что она спит. Фарида, возьми, выпей, это тебе полегчает. Спасибо. Сестричка, я знаю, что ты не читаешь, оставь это. Я тут подумала, может, ты неправильно поступила, сестра? О чем ты? Я Кемали. Может, есть то, о чем ты не знаешь?
Сестра, ты ничего ему не сказала, ты не стала его расспрашивать. А сейчас он думает, что у тебя есть молодой человек. Сестра, а если все не так, как мы думаем? Ты ведь еще вчера чего только не говорила об этом Кемале. Что изменилось? Да ничего. Просто не может быть такого, что вы друг друга неправильно поняли. Сестричка, я видела, как он смотрел на тебя. Неужели это тоже вранье? Кадер, ну значит да, это тоже вранье. Видишь, я уже не расстраиваюсь. Ты тоже забудь об этом. Хорошо? Ты тоже забудь об этом. Видимо, это Мехмед Кемали Хамдан. Я открою. Добро пожаловать. Спасибо огромное. Привет. Добрый вечер. Добрый вечер. Добро пожаловать. Мы опоздали, вы уж извините нас. Вы хотите кушать? Вам что-нибудь принести? Нет, мы до этого поели. Вы многое пропустили. Ну а кофе вы будете? Не отказался бы. А ты как, доченька? Спасибо, все хорошо. Раз уж вы пришли, я, пожалуй, пойду. Ну не надо, брат. Меня и так насильно сюда притащили. Подожди, вместе пойдем. Не оставляй меня тут одного. Кажется, мне стало лучше. Спасибо. Этот напиток всегда помогает. Слушай, Селим, ты уверен? Ты правда хочешь уехать из Анкары? Я очень устал так жить, Фарида. Постоянно нужно бороться. Большие города создают для нас массу проблем. Они нас не принимают. Надоело мне все это. Спасибо, Назош. Правда, не стоило. Да ладно тебе, мне не сложно было. Зимой покушаете с удовольствием. Я и до этого хотела занести вам, но у меня столько дел. У тебя столько дел. Убираться, готовить. Ты еще и к зиме готовишься, да? Настоящие дела вот сейчас начинаются. А что такое? О, привет, тетя Назира. Привет, мой цветочек. Привет. Мы сейчас к свадьбе начинаем готовиться. К какой свадьбе, тетя Назира? Через пару дней сын выходит замуж. В доме такая суматоха, мы постоянно готовимся. Значит, у него свадьба? Да, Бахарушка. Она такая красивая, как ангел, знаешь. Я так ее люблю. Считай, она выросла у меня на руках. Его Кемаль зовут, да? Нет, Джунейд. А жена его, они сами ее растили, Фарида зовут. Она выросла на руках у мамы Зухры. Селим, мне что-то плохо стало. Если ты не обидишься, я... Да нет, что ты, я не обижусь. Тебе нужно отдохнуть. Давай. Ты уж извини. Да ладно тебе, Фарида. Сейчас я найду что-нибудь тебя накрыть.
Севги, я так устала, села здесь, а ведь мой сын там переживает дома. Бахарушка, дорогая, ты тоже выздоравливай поскорее. Послушай, ты тоже себя сильно не мучай, это дела, постепенно решишь их. Ой, слушай, разве у Казанов дела заканчиваются? Сегодня у Джунейта свадьба, а весной у Кемаля, наверное, будет. Сегодня он со своей девушкой ходили платье выбирать. Ну, мы, пожалуй, пойдем. Еда, общение, все было на высоте. Благодарю. Это я благодарю вас. Благодаря вам у меня отличные соседи и отличная работа. Я еще не считаю людей, с которыми я через вас познакомилась. Буду ждать вас еще. Давайте. Я бы не хотел, чтобы все так закончилось, Фарида. Но ты всегда издевалась надо мной, занижала. Никогда не смотрела на меня. Я не нравился тебе. Самое время отомстить. Ты заплатишь за все, что сделала мне. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы первыми смотреть серии с русским переводом. Спасибо за просмотр.